В понедельник, 26 мая, в День российского предпринимательства, губернатор Рязанской области Олег Ковалев встретился с бизнес-сообществом региона. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся развития частной медицины, транспортного обслуживания, развития народных ремесел, субсидирования малого и среднего бизнеса. Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что подобные мероприятия будут проводиться и дальше, ведь они позволяют сориентироваться в тех вопросах, которые сейчас действительно волнуют бизнес-сообщество. Порой здесь слышишь те темы, которые в рабочем порядке не слышишь. То есть, когда ты специально выделяешь для этого время, когда ты специально садишься для того, чтобы услышать, что тебе скажут, какие проблемы поднимут, какие вопросы попросят решения, и где-то сориентировать тоже их на перспективу, в частности, допустим, частное здравоохранение. Перспективы имеют серьезные. Мы будем это поддерживать. И они услышали это. Там, допустим, какие-то другие направления работы. Значит, в частности, этот радиоэлектронный кластер, значит, тоже над ним надо поработать. Поэтому это очень важные встречи, и они будут проводить, я проводил их и буду проводить.